Большая панда Бэй-Бэй наслаждается праздничным тортом и свежими листьями бамбука. Так смотрители Смитсоновского зоопарка в Вашингтоне провожают питомца. Бэй-Бэю в этом году исполнилось 4 года, и он должен уехать в Китай. Это предусмотрено соглашением между КНР и США. Китай сдает зоопаркам бамбуковых медведей в аренду на 10 лет. При этом все родившиеся там детеныши принадлежат арендодателю и должны вернуться в Китай. Бэй-Бэй появился на свет в США 22 августа 2015 года и с двухлетнего возраста живет отдельно от своей матери Мэйсян. Черно-белого мишку будут сопровождать смотритель и ветеринар. В дорогу обязательно возьмут его любимые лакомства – бамбук, яблоки, груши, морковку и печенье. В Китае Бэй-Бэй будет участвовать в программе разведения больших панд.